интересный феномен я на себя прочувствовал. Вот когда пишу календарь на следующий год, такое возникает чувство, как ты себе на целый год пробил дорогу. Вот сейчас я рассказываю о днях вперед. И тоже такое вот ощущение возникло, что ты как бы уже в будущем, уже там, уже ты освоил эту часть времени своего. То есть наша мысль уходит вперед и, как бы сказать, пригребает к себе и пространство, и жизненные возможности. И загадывая что-то вперед, что-то делая наперед, ты тем самым пробиваешь себе во времени путь, застолбишь его, ну и, как бы сказать, какая-то гарантия, что ты проживешь. То есть такая установка, сколько ты себе надумал, отмерил, то это может сработать. Ну вот, поделился с вами своим наблюдением. О том, что я чувствую. Когда читаю дни, когда пишу дни, какие дни, что это день будет, лунный цикл и все такое прочее. То есть такие какие-то вот тонкие вещи, они так выплывают и осознаются рельефно. Не сразу все это происходит, но тем не менее, если человек работает, что-то получается. Тем временем моя прогулка подходит к концу. Бегут последние миллисекунды. Будет как раз час. И я отправляюсь. Всему свое время. Отлично сказано, всему свое время. Время рождаться и умирать. Время любить, время страдать. Время думать. И в то же время все это у нас называется одним словом, таким емким. Жизнь. Часок. Поощрение. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.ru. Доброго здоровья и до новых встреч!